Здравствуйте! Это канал Максимадзе, и сегодня мы поиграем в самый первый порт игры «Как достать соседа» на Android. Называется игра «Hellish Neighbors», что в переводе как «разозлить соседа» или, ну или «адские соседи», я бы даже сказал. Короче, эта игра вышла в 2014 году от разработчика, имя которого я не помню. Можно выбрать язык, английский или русский. И, короче говоря, это одна из наиболее последних версий. Первая версия была мне менее интересна, потому что там нету двух режимов, очень интересных и необычных, которые я вам хочу сегодня показать. Ну, значит, после запуска игры мы видим вот такое вот меню. От версии к версии менялся фон. А также, кроме того, довольно-таки давно, на Новый год, мы с вами смотрели новогоднюю версию этой игры, которая тоже довольно-таки очень интересна. Значит, настроечки такие вот. Давайте нажмем «Начать игру». И, во-первых, стандартные уровни. Первые шаги, один только пилотный эпизод. И это обычные серии, только первый сезон доступен. И во всех версиях был только первый сезон. Помогите разработчику, играть со включенным интернетом, типа на рекламу, там жмите, чтобы бабки ему приходили. Но несмотря на все это, полная версия так и не вышла. Никакой второй сезон, никакой больше не вышел. Полную версию сделали уже THQ Nordic для Android и iOS. За что им огромнейшее спасибо. В 2017 году они ее сделали. Короче говоря, ну... Эти эпизоды, они абсолютно идентичны оригинальным эпизодам из первого сезона, мы их даже не будем проходить. Мы поиграем в особенные эпизоды. Давайте вот первые шаги, пилотный эпизод здесь не такой, как в оригинальной игре. Бесплатный неофициальный клон компьютерной игры. Игра некоторое время распространялась в Play Market, но через некоторое время она была убрана оттуда. Вот, к сожалению, на различных устройствах поле зрения может меняться. Приближение вот на эмуляторе слишком близко как-то. А на некоторых камера довольно отдалена. И там более удобно. Такое вот обучение. Игра немножко подтормаживает, к сожалению. Управление не очень удобное. Но ничего не поделаешь. Делается пакость. Теперь нас просят спрятаться в шкаф. Каким образом сдвигать камеру, никто нам не говорит. Но это мы сами типа должны догадаться. Игра так-то рассчитана, я так понимаю, на тех, кто уже играл в «Когда соседа» на компьютере. Ну или, по крайней мере, видел прохождение. Ладно, я не буду смотреть на пакость. Давайте выйдем просто отсюда. Ну, я навел. Вот это обучение еще подглючивает местами. Иногда нажимать надо под каким-то специальным углом. Ну а теперь давайте перейдем в случайные уровни и большая пакость. Вот это интересные режимы. Стандартные уровни проходить мы не будем, мы их и так знаем. Давайте случайные уровни поиграем. Я не знаю, почему тут написано ваш рейтинг 1000. Я эти уровни не проходил. Я только-только скачал игру на эмулятор. Ну и в общем, здесь пакости генерируются рандомным образом. И это очень интересно. Давайте попробуем. Описание отсутствует, написан рейтинг. Есть еще большая пакость. Вот что я имею, этот режим примечательный, я не в курсе. Так, ну я уже вижу тут сумку. А, нет, она пустая. Посмотрим, пакости у нас тут 4. Ну, тем не менее... Ага, здесь, ну, здесь сосед принимает ванну. Пакостей в любом случае на этом первом уровне 4, но они рандомные, они из разных эпизодов первого сезона. Вот было бы круто также и во втором сезоне такое же реализовать. Было бы... И в третьем.
Но, к сожалению, не вышло обновление. И, блин, это очень крутой режим. Этого режима очень сильно не хватает оригинальной игре. Ну, есть баги, конечно. У соседа немножко полосы белые видны по краям. Ух, я успел убежать, но я не успеваю сделать пакости эти, к сожалению. Да, действительно видны полосы небольшие у него по краям, а иногда черные. Вот я даже вот перезапущу уровень, тут пакости уже изменятся. Хуй, это что было с лицом, же я не понял, блин. Время не показывается, ограничение по времени в этой версии отсутствует. Теперь делаем по-быстрому первую. У Вуди тоже черные полоски по краям немного есть. Да, вот было бы прикольно, если бы такой режим был бы в Когда сет соседа. Это классный режим, мне нравится. Вот что такое большая пакость, я пока не понял, я его не запускал. Сейчас я играл в него, но я не понял, не запомнил, чем он примечателен. Что в нем особенного? Ох, успел. Рандомная генерация пакости, в общем, у нас здесь. Так, вот здесь две пакости, а какой еще не хватает? Не, а, вот этой не хватает, но он не ходит сюда. Вот в этом проблема. Такая генерация немножко недоработанная. И в этом действительно проблема. Я могу завершить уровень сейчас или нет? Давайте попробуем. А, ну ладно, сойдет. Уровень засчитан. Давайте теперь его перезапустим, и вы увидите, что пакости изменятся. Действительно, пакости изменились. Ну, сосед также ходит в бинокль. Но здесь уже сосед не моется, а я не знаю, что он делает. Куда он дальше пойдет? А вот это вот проблема. Он одно и то же делает. На протяжении всего уровня он будет все время ходить в биноклю. Генерация немножко недоработанная. Иногда она может наперекосяк пойти. Но все равно режим мне нравится. Так, а в этом эпизоде сосед смотрит телевизор и играет на пианино. Давайте посмотрим, что будет, если попасть ему на глаза. Ну вот, в принципе, то же самое, но это... Никаких этих... Господи, звуков. Так, давайте теперь уровень, где 6 пакостей. Опять он идет с биноклем. И мыться опять он идет. Не, подождите, это уже было. Давайте перезапустим. Это было уже.
Я не думаю, что мы все уровни прям проходить будем. В этом эпизоде он нюхает фиалочку. И что еще он делает? У меня такое чувство, что больше ничего опять он не делает. Так и есть, он опять ничего больше не делает. Да, дорабатывать бы этот режим надо, но режим все равно прикольный. Здесь сосед читает альбом и ест конфеты, играет на пианино, а также ест яблочный пирог. Вот этот уровень уже, наверное, будет более-менее проходимый. Давайте попробуем. А, еще, может быть, фиалочку будет нюхать. Да, точно. А, еще он к почтовым ящикам будет ходить. Наверное, похоже на то. Да, это не очень как-то приятно играть в такую версию, что она глючит так. Телевизор, кстати, рабочий, но его нельзя, с ним ничего сделать нельзя. Блин, наверное, надо было. Или может он не ест конфеты, не знаю. Ух, ё-моё! Эх, жаль. Но, к сожалению, если я перезапущу, эти пакости не сохранятся, они поменяются на другие. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Блин, кто знал, что он пойдет именно туда? Опять то, что мы уже видели, перезапускаем опять. Собственно. Аптечку надо проверять всегда. А вдруг там что полезное будет? Ну нет, но не в этот раз. Так, вот теперь интересно, он пойдет на кухню или вниз? На кухню, хорошо. Ага, теперь вниз он пойдет. А, яйца нету. Есть сыр вонючий. Для цветка. Теперь он идет опять телек смотреть. Вот так вот. Есть еще такой баг. Интересно. Если Вуди будет прятаться в шкаф, ну то есть анимация прятания в шкаф будет в тот момент, когда сосед будет уже находиться в комнате, он вылезет из шкафа, и тогда игра будет проиграна. Он попадется на глаза соседу, и это не очень приятно. Местами еще звук остается. О, видите, опять полосы белые по краям, а теперь черные. Это не может радовать. Все эти яички Nordic уже два порта, когда соседы сделали на телефоны,
Это оригинальные первая и вторая часть, а также Neighbors Back From Hell. Я играю на телефоне в Neighbors Back From Hell. Потому что она, на мой взгляд, самая лучшая, в ней очень классная, в ней очень хорошая графика. А еще, во, видите, как он бежит? Странно. Они, цветок анимации у него нету. Ваня этого запаха тоже не может сильно радовать. Но я не буду проходить все эти уровни. Мы так чисто режим посмотрим этот. А то и это слишком надолго затянется. Посмотрим, что по на уровне, где 8 пакостей. Так, на этом уровне сосед ест пирог, смотрит телевизор и идет в ванну. Ну, в принципе, по сути, уровень тот же яблочный пирог, только с добавлением просмотра телевизора. А теперь уровень с 10 пакостями. Посмотрим, как тут пакости сгенерируются. Ой, блин. Сосед читает книгу, ест конфеты, я так понимаю. Играет на пианино. Ну и вроде бы все. Посмотрим, что на уровне с 12 пакостями. Это же вообще много. Здесь генерация наитупейшая может быть очень-очень запросто. С наибольшей вероятностью, я бы сказал. Сосед смотрит бинокль, делает себе пудинг. Моется. Теперь вот этот уровень. Здесь уже не отображается количество пакостей. Здесь кубики, у которого на каждой стороне шестерочки. Посмотрим, что у нас тут. Ну, здесь тоже 12 указано. Сосед читает альбом, ест конфеты, играет на пианино. И моется. А теперь давайте посмотрим на режим «Большая пакость». Что он, чем этот режим у нас примечателен? Я пока не понял, но давайте посмотрим. А, здесь у нас уже ограничение по времени имеется. И здесь количество пакостей нет, здесь чисто отображается того, сколько пакостей сделано. Здесь тоже пакости генерируются рандомным образом. Так. И смотрим, как он опять странно бегает. А мышеловка в инвентаре почему-то осталась, кстати. Может быть, тут предметы не расходуются. Тут нас просят как можно больше пакости сделать. И даже можно повторять, типа. И клей тоже, он, как видите, не пропал. Ну ладно, давайте повторим. Пакость с мышеловкой тогда. Это как можно больше пакости сделать за отведенное время, я так понимаю. У нас осталось чуть больше минуты. Но тоже не такой уж и плохой режим.
типа, смотри, попробуй поставить рекорд или что-то типа того. Повторим эту пакость. Осталось всего 30 секунд. 30 секунд. И мы сделали за это время... А почему это не засчиталось? А, нет, засчиталось. Засчиталось. Ошибочка. Ну, короче, 5 пакостей я успеваю только сделать. Сейчас 15 секунд остальные быстро пройдут. Потому что он ходит и бежит очень-очень медленно. Пять пакостей. Либо, а на последнем уровне что будет? Сколько там время дадут и пакостей? 400 секунд уже дается. Но я этот уровень проходить не буду. Так, ванну. Цветок он идет. Пудинг также. И бинокль. Ну что ж, интересно, интересно. Ну ладно. Мы вроде бы все особенности этой версии посмотрели. Она глючная. Но все же уникальное, и вот такие вот режимы было бы, вот было очень сильно таких режимов не хватает оригинал. Это прикольные режимы, мне понравились. На сегодня все, с вас лайкос, подписывайся, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на влоговый канал, на стримский канал, вступайте в ВКонтакте, и всем пока!